Короче, Рухан, мы как супергерой должны помогать всем и вся, есть же. Ты прав, мы правильно сделали, что пришли сюда. Еще бы, я готов всю кровь отдать, лишь бы помочь всем и вся. Мурик, ты молодец. Я знаю, есть же. Ну вот и дело сделано. Вторая положительная. Я думаю, стоит записать еще видеообращение. Без базар надо погнать народ. В Кабардино-Балкарии есть люди с гемофилией и раковыми заболеваниями крови, которым очень нужна ваша помощь. Став донором крови, вы облегчите их страдания, а многим даже спасете жизнь. Для вас это может быть просто момент, а для больных – надежда. Больным гемофилией и раковыми заболеваниями крови Кабардино-Балкарии очень нужна ваша помощь. Пока вы смотрите этот ролик, от нехватки донорской крови может умереть человек. Именно в эту минуту у кого-то нет того, что могли бы дать вы. Мы решили и в нашем городе привлечь внимание общественности к этому важному дню. Год от года детей с такими сложными заболеваниями, как онкологические, становится все больше. И закрывать глаза на это уже не получается. Давайте попробуем дать этим детям и их родителям почувствовать, что они не одни, есть же. Что в мире есть люди, готовые им помочь.